Нарешті, добрий ранок всім глядачам 9-го телеканалу. Як ми і обіцяли, зимовий час робимо джаз. Але ж не я сьогодні робитиму джаз, дійсно, я тільки модерую. А я маю познайомити вас із нашими чудовими гостями. Це джаз-бенд військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки. Аплодисменти! Аплодисменти ми чуємо там за кадром, тому що нас дивляться онлайн. Я знаю, що багато хто збирається на роботу, а багато хто вже на робочому місці. Ми обіцяли особисто привітати лікарів дитячої обласної Дніпропетровської лікарні. Вони вже приступили до своїх обов'язків. І, любі лікарі, ми сьогодні створюємо вам гарний настрій, аби діти швиденько ставали всі здоровими і ви не хворіли. Отже, я маю познайомити вас з тими, хто представляє цей чудовий оркестр і цей чудовий джаз-бенд. Отже, ліворуч від мене диригент і командир. Зараз ми з'ясуємо, чим відрізняється диригент від командира. Підполковник Дан Скофілд. Допомагати йому і мені перекладати, допомагатиме нашому спілкуванню з вами буде майор Кел Джентрі. Вітаю вас, панове. Доброе утро. Я перехожу на русский язык, поскольку наши зрители, я думаю, 50 на 50 готовы к общению на английском. Кел знает русский и уже немножко учит украинский. Дону легче по-английски. У нас сегодня мультикультурное общество, поэтому выбираем сегодня русский язык. Итак, в честь чего визит в Украину? What is the purpose of the visit to Ukraine? So we are here, pardon me, to celebrate 25 years of diplomatic relations between Ukraine and the United States. And we're doing that in bringing cultures together through music. Ми здесь для того, щоб відмічати, торжествувати, празднувати 25-летню годовщину дипломатичних зв'язків і відносин між Україною і Сполученими Штатами. І ми робимо це через музику, тому що музика об'єднує культури і також об'єднує людей. То, що ми робимо сьогодні з вами, ми об'єднуємо різні культури і об'єднуємо людей тут, в цій студії, і там, які дивляться нас сьогодні по телевізору і бачать нас також через інтернет. Ви можете включати нашу страничку на Фейсбуці, там йде пряма трансляція, і пряма трансляція в нашому аккаунті на Ютубі. Ну, я повинна уточнити, оркестр ВВС США, який базується в Європі, це так? So this is the orchestra that is headquartered in Europe, is that correct? This is part of the United States Air Forces in Europe band. There are 47 members of the band. This morning we have 7 in the studio with us. Это является частью нашего оркестра, и всего есть музыкантов 47 в этом оркестре, и сегодня у нас эта маленькая группа, это 7 музыкантов, которые есть у нас сегодня в студии. Очень красивые, сияют. Мы сегодня послушаем обязательно, как они играют. Я только скажу, кто помог нам пробудиться. Вам помогут пробудиться музыканты, которые будут играть джаз. А нам помогает White Coffee Bar. Они находятся на улице Сечевых Стрельцов 1А. И сегодня вся съемочная группа буквально с 6 утра на ногах. И взбодрились мы только благодаря White Coffee Bar, который напоил нас сортом. Я даже попыталась выучить Эфиопия челелекту. Вот так вот. Давайте послушаем музыку. Давайте послушаем. Let's play. Let's listen to some music. Good. We're going to play some American jazz this morning, and we're going to start off with a famous Dixieland song called "When the Saints Go Marching In". И сегодня мы будем играть очень интересную музыку для вас. Эта музыка очень популярная в Югу в Америке. Это как духовная музыка. И первая песня, которую мы играем сегодня, это называется "When the Saints Go Marching In". Это когда святые приходят. Это spirituals или это gospel? Is it gospel music? Dixieland. It is from New Orleans. Да, это из города New Orleans. Переносимся в Новый Орлеан на 3 минутки. В Новый Орлеан. Thank you.
marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Well, I said I want to be right there in that number. Oh, and the saints go marching in. Невозможно усидеть на месте, на самом деле. Всегда ли на ваших концертах люди танцуют? Yes, do people always dance at your concerts? They do. They get up in the aisles, dance, clap, they have a good time, and that's what we want. Да, чаще всего люди и танцуют, и это все, что мы хотим. Мы хотим, чтобы для всех это было очень веселое время. Ну, у вас только мажорные композиции в репертуаре или есть минор, спокойные, лирические? So do you only have these up-tempo songs in your repertoire, or do you also have some quieter songs and some slower songs that you perform as well? We do. We perform a wide variety of music because we play for a number of different audiences. Есть у нас очень много видов стиля, потому что мы играем за публику, которая является разнообразной. То есть можно и поплакать? You can also cry as well? In a good way, yes. В лучшую сторону, да, можно поплакать. Но сегодня не будем, окей? Okay? We will not do it today, right? Мы в прямом ефірі на 9 каналі, у нас сьогодні джазовий ранок. Ми не могли пропустити таку нагоду і не запросити до нас джаз-бенд оркестру військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, який базується в Європі, тому що вони вже другий день у нашому місті і, здається, дев'ятий день в Україні. Дев'ятий день ви в Україні вже. Is it already our ninth day in Ukraine? We lose count after so many days. Да, время летит, и, честно говоря, иногда мы потеряемся, и мы не знаем, какой день это. Every day is very special for us. Каждый день это очень особенное для нас. It's an opportunity for us to meet new people and experience new parts of the Ukrainian culture. Это возможность для нас, чтобы мы встречались с многими новыми людьми, и также, чтобы мы познакомились с культурой Украины. So for us, every day is a new opportunity to learn. Значит, для нас каждый день это новая возможность для нас, чтобы учиться чему-то новому.
Я нагадаю нашим глядачам, що ліворуч від мене – це диригент і командир Дан Скофілд. Чим відрізняється роль дирижера і командира? So ну, що такое дирижер, всі знають, а як він командує оркестром? So they're saying that everyone knows what a conductor is, but what is the difference between a conductor and a commander, and how do those roles differ from one another? So in military music, I serve two purposes. У нього є дві ролі, коли ми говоримо воєнної музики. I am the leader of the unit, which is called the commander. Он руководитель этого группы, и этой группы, і це названня є командир. And at times I also conduct the band. І іноді теж є у мене можливість дирижувати оркестр. So it's almost the same role for both music and the military part of our jobs. Значить, до звісної степені ці обов'язаності співпадаються дуже хорошо для мене. It's really my honor to get to work with these fine musicians every day. І действительно, це моя честь роботи з цими дуже талантливими музикантами кожен день. I have great pride watching them play and making people smile. Я горжусь їх талантами за те, що ми можемо допомагати людям улибатися кожен день. Watching them interact with students and other members of the community is a wonderful thing. Смотря, коли вони грають, і вони говорять і общаються з людьми. Це для мене дуже-дуже інтересно, і я люблю цю частину моєї роботи. Тобто командир і дирижер фактично одно і те ж, але просто більш суровий начальник. So the commander and the director, they're almost one in the same roles, except for maybe the commander sometimes, you have to be a little bit more firmer. No. Я не так і думаю. With the musicians here, we grow up in with self-discipline. Коли ми музиканти, у нас є, ми знаємо, як ми повинні вести себе, є самоконтроль. These musicians here with us today have had decades of practice on their own. У них є дуже багато років, коли вони грають сам собі. So they already know how to work as a team and how to have self-discipline. Значить, вони вже розуміють прекрасно, як вони повинні грати в місті, як команда, і у них є своя дисципліна, щоб це не було проблема для мене як командир. Makes my job very easy as both the commander and the conductor. І моя робота дуже легко як командир і дирижер, тому що ці професіонали, вони знають, як вести себе. Тобто вони просто більш дисципліновані, ніж інші музиканти, так? So they may be more disciplined than other musicians? I don't know about that. Я не можу говорити про других музикантів. I think all musicians have to have some type of discipline to be able to get good. Я думаю, що це важливо для кожного музиканта, щоб у них була якась степень дисципліни, щоб вони могли грати хорошо. But what you see here is the teamwork together. Но здесь ви бачите, як група і як команда вони можуть грати вместе дуже хорошо. So you can watch how they work, and they trust each other, and they respect each other. Ви можете бачити, як вони грають вместе, у них є довір'я друг к другу, і вони знають все, що вони будуть робити. So next time when they perform this morning, watch their eyes as they watch each other and respect each other's musicianship. Слідчий раз обращайте внимание на то, як вони грають, як вони добряють друг друга во время пісен і як все це виходить для них. Так давайте зараз прямо і посмотрим, як вони довіряють друг другу. So right now we'll see how they trust each other when they play. Good. Let's do a song. Let's do a song called Is You Is. Давайте исполним пісню, яка називається Is You Is. І це не переводиться дуже хорошо. This is going to feature Linda on vocal. Linda is from California. Она сама из Калифорнии, штата Калифорния. Ее зовут Линда. Окей. Is you is or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me doubt. You is still my baby, baby. Sees my flame and your heart's done gone out. Our man is a creature that has always been strange. Just when you're sure of what you find, it's gone.
on and made a change. Oh, is you is or is you ain't my baby? Maybe baby found somebody new. Or is my baby still my baby true? На 9-му каналі, як бачите, у нас сьогодні джазовий ранок. Це така прем'єра, дебют. Це вперше таке у нас відбувається. Насправді і хочеться кожного ранку, чесно. Не уїжджайте. Я дякую White Coffee Bar за те, що допоміг нам всім прокинутися. Дуже смачна кава. Вони знаходяться на вулиці Січових Стрільців 1А. Ви можете тут звітати і перевірити, що я не брешу. Насправді, я дуже рідко прокидаюся так рано, отже я дійсно не брешу. Нагадаю, що поруч зі мною є диригент і командир. Ми вже з'ясували, що це означає, чим це відрізняється. Дан Скофілд, і йому допомагає спілкуватися, комунікувати зі мною і з вами Кел Джентрі, майор. Він перекладач, він не музикант, наскільки я знаю, але я бачу, що він теж підтанцьовує, коли слухає цю музику. Он уже тоже немножко музыкант, я думаю. She thinks I'm already a little bit of a musician. Oh, yeah. Кстати, кто вы по образованию? What is your education? Вы музыкант или военный? Your background, are you a musician or are you a military member? So, we all grew up as musicians. Значит, когда мы выросли, мы все были музыкантами. I grew up in the state of Georgia, and I was a tuba player. Я родился и вырос в штате Джорджия, и я играл на трубе.
I did my university and became a teacher. Я закончил університет, і після того, як я закончил університет, я став преподавателем музики. So I was a music teacher in the state of Georgia for 5 years before I joined the military. І в штаті Джорджія я преподавав музику 5 років до того моменту, коли я вступив в Військово-Воздушну силу. And just like our friends here, we wanted to be able to serve our country through music. І то ж саме, як мої друзі, які є здесь сьогодні зі мною, ми хотіли служити нашій країні через музику. So we are all active duty members in the Air Force that play music for a living. Значить, ми всі воєнні, і це наша постійна робота поновлення. Але наша робота заключається в тому, щоб ми грали музику для ВВС. We think we have the best job in the world. Ми вважаємо, що наша робота – це найкраща по всьому світу. We get to travel around, meet new people, and experience new cultures. Ми путешествуємо по всьому світу, ми можемо общатися з новими людьми, і ми можемо познайомитися з різними культурами по всьому світу. Music is the universal language that brings people together. І музика – це універсальний язик, який з'єднує людей. Of course. Хтось із ваших музикантів не учився у вас в школі, ні? Is there any one of your musicians that actually happened to have you as a teacher? Oh my gosh, yes. На самом деле, да. Oh, my goodness. Rebecca, our clarinet player. Rebecca, она играет на кларинете. I taught her when she was a student and I was a teacher. Я её учил, когда она была студентка, я был учителем. It's true? That makes me feel very old. Я чувствую себя, ну, как старый человек, когда вы так и говорите. Окей, а ваши музыканты, они видели, слышали, как вы играете на трубе? Your musicians, have they heard you actually play on the tuba? Or do you only conduct? I only conduct now. Сейчас я только занимаюсь дирижерством. If they come in our building late at night, they may hear me practicing tuba. Если это поздно вечером, и они входят в здание, может быть, они слушают, пока я играю на трубе. I try and only do it when no one will hear me. Я просто учу играть, когда никто не будет слышать меня. Откуда вы знаете? Вдруг он не умеет играть на трубе? How do you guys know that he can play on the tuba? They don't. Кто-то слышал? Они об этом не знают. Это его секрет. I played with him one time. Он играл с ним один раз. У нас есть доказательства, у нас есть свидетели. We have proof. У нас есть доказательства, да. Вчера вы уже были в Днепре и играли вместе. У вас был батл, насколько я знаю. Yesterday you were in Dnipro, and as far as I understand it, you guys had a battle. We had an opportunity to perform alongside both Ukrainian students and the Ukrainian military band. Да, вчера у нас была возможность играть вместе со студентами музыкальными здесь из Украины и также с военными музыкантами. What an incredible gift they gave us yesterday. И они дали нам вчера очень удивительный дар. We got to hear 4 student groups play music for us. А мы слышали 4 группы студентов, которые сыграли для нас. Everything from a jazz band to folk music. И они играли гамма музыки, они играли джазовую музыку, і тоді вони теж грали народні пісні. They were fantastic. І вони були великолепними. Це були студенти чи це були діти ще? Was it students, college students, or was it children? It was a mixture of both. Це було, ну, як, це було маленькі і взрослі студенти, да. I got my phone out yesterday and videoed it so I can show my family back home. Вчора я взяв некоторі відеокліпи на мобілці, щоб я мог показати своїм друзям вдома. We also got to perform alongside Ukrainian military band yesterday. І також ми грали з бандом і з оркестром воєнних українських. Оказ хіт. Yeah, we played some of their music, they played some of our music. Ми грали їх музику і наоборот, вони грали нашу музику. It was a great example of partnership between the two countries. Це було замечательним приміром партнерства цих двох стран. Есть такое мнение, специалисты так считают, что для того, чтобы играть джаз, нужно родиться на родине джаза, и только тогда ты
делаешь именно то, что нужно. Ты играешь именно джаз. А европейцам это не дано. Они тоже играют джаз, но он отличается от американского, от американской души, что ли, не знаю, от американского ментального какого-то вот воспроизведения музыки. Это так или это не зависит от того, где ты родился? So she's saying that in order to play jazz music, there is an opinion out there that you need to be born in a country where the soul of jazz music is alive and well. For Europeans, they can play jazz music, but there may be a difference in the way that they play it. What do you think about that? I don't think so. I think anyone can play any style of music. Наоборот, я думаю, что любой человек может играть в любой стиле музыки. I'm going to tell you the secret right now. Я вам скажу секрет сейчас. Don't tell anybody. Не говорите никому. This is between me and you. Это только для нас, друг с другом. They do two things. Есть две вещи, которые надо They делать. Listen to music from all over the world and learn that style. Надо слушать музыку из всего мира, чтобы учить этот стиль музыки. And they also practice their scales. И надо практиковать гамму музыки. Those are the two things. Это важнее всего. So they're able to incorporate different styles. И таким образом вы можете использовать разные стили. With some jazz scales that they've learned. С джазовой гаммой музыки, которую они знают. But because they trust each other as musicians, they're able to come together as a whole. И благодаря тому, что они доверяют друг другу как музыканты, они могут играть как группа. We heard some fantastic Ukrainian jazz musicians yesterday. Вчера мы слышали очень удивительные джазовые музыканты из Украины. So, music knows no boundaries. Значит, для музыки нет никаких границ. Mm-hmm. Я переведу, что сказал полковник, очень коротко. Терпение и труд, все перетрут. На самом деле это так. Он подполковник, я ему верю. А как же, конечно. You're a lieutenant colonel, I'm going to believe you. Что мы сейчас сделаем? Мы поиграем, а потом посмотрим сюжет. Или посмотрим сюжет, а потом поиграем. Would you like to watch the piece that they did on the news about yesterday's Battle of the Bands? Or would you like to see another song? Let's watch that from yesterday. Bring back some great memories. Пусть мы посмотрим сюжет сейчас. Окей. Прокидаємося далі з 9 каналом. Зараз ми покажемо вам сюжет, який знімали у неділю. Адже у неділю оркестр військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки вже перебував у Дніпрі, мав декілька візитів, зустрічей і мав чудову зустріч із дітьми, які займаються джазом, зі студентами, а також мали зустріч зі справжнім, таким самим військовим оркестром ОК «Схід України». Будь ласка, сюжет. Одним з семи українських міст, які відвідають музичні посли США, стало Дніпро. В місті музиканти оркестру військово-повітряних сил США в Європі проводять кілька заходів. Однією з зупинок делегації став святковий концерт з ДК машинобудівників. Спочатку свої вміння вправляти з інструментами показали учні музичних шкіл Дніпра. Потім виступали вже учасники оркестру військово-повітряних сил США. Вони виконали джазові та поп-композиції. Після виступів дітей та зарубіжних гостей за справу взялись учасники 5-го військового оркестру штабу військ оперативного командування «Схід». Завершили концерт батлом між музикантами з України та США. Основна ідея батлу – не визначення кращого, а спроба поговорити на мові музики. Музиканти вважають, порозумітись вийшло і без слів. Це так круто, реально. І ви знаєте, я переконалася в тому, що не важливо, яка мова
Музика на музикі. Музичною мовою можуть спілкуватися абсолютно всі. Це фантастично, що музика є мостом для об'єднання людей, що всі можуть говорити на мові музики. Крім емоцій, музиканти двох країн обмінялись подарунками та зробили багато спільних фото. Мені сподобалось дивитися, як музиканти грають разом, а також як грають діти. Я навіть записав кілька відео, щоб показати своїй родині. Це є подарунок від американського диригента. Саме цікаве тим, що перед виступом, саме безпосередньо перед виступом, всі музиканти, які були на сцені з американської сторони, поставили свої підписи на ньому. Нагадаємо, що в рамках візиту в Україну оркестр військово-повітряних сил США виступить 30 жовтня в КСК «Шинник». Ольга Самойленко, Олександр Височин, новини 9 каналу. Yes. Вітаю, ви в прямому ефірі на 9 каналі. Я дякую White Coffee Bar за те, що ми прокинулися дуже добре сьогодні. І вони допомогли прокинутися нашим гостям. Це музиканти джаз-бенду, оркестру військово-повітряних сил США. Вони сьогодні наші гості. Поруч зі мною Дан Скофілд. Він диригент і командир одночасно. І майор Кел Джентрі, який допомагає нам комунікувати. Отже, ми подивилися зараз сюжет від учора. Була зустріч з дітьми, які займаються музикою, зі студентами і з оркестром «Оказ Хіт України». Тобто вони такі ж військові і такі ж музиканти. І наші гості кажуть, що вони одне одному сподобалися. Уже пишуть нам коментарі по поводу нашого ефіра. І одна дама, яка видит вас, видит музикантів, вона вот написала таке, що «Когда говорят американские военные, перед глазами возникает стереотипный образ. Это высокий, плечистый, улыбающийся мужчина». И она с удивлением видит сегодня двух девушек. То есть нужно ломать стереотипы. Но мы видели, что и в нашем оркестре тоже были девушки. Mm-hmm. Да? Yeah. Как много... Какое гендерное равновесие в американской армии и в американском оркестре? So she said there was one lady that wrote in, and she said that when you think about the stereotypical American soldier, you think about a very tall, a smiling American male. But one thing that we noticed today is that you have two females up here in the orchestra, and they kind of want to know a little bit about what the demographics of the band are, and also in general, in the military. What is the difference between the men and the women in the military? First of all, I'm very short. По-первому, я не очень высокий, я очень низкий. But I do like to smile. Ломаем стереотипы. You're breaking the stereotypes. Already, but I do like to smile. Но я люблю улыбаться. So when we look at our personnel for the Air Force bands, we want to make sure that we get the best possible musicians. Когда мы выбираем людей, чтобы попасть в оркестр, мы хотим, чтобы мы искали самых талантливых музыкантов, которые есть в Соединенных Штатах. So our ranks are open to all. Значит, все, которые имеют играть на инструментах или кто может поет, да, есть свободное место для них в нашем оркестре, не зависит от пола. Our musicians are very talented. Значит, наши музыканты, они очень талантливы. And when we hire, we do not take gender into account. И когда мы наняем музыкантов, пол не имеет никакого значения для нас. How many females do you think we have in the band right now? Six in the unit. Есть у нас всего шесть женщин, которые играют. She says that's still not very many. Yeah. And our personnel change every year. И композиция оркестра это меняется каждый год. So there will be years where we have more females and years that we have less. Значит, есть годы, когда есть у нас и женщины побольше. И также есть годы, когда есть у нас женщины поменьше в оркестре. То есть нет фейс-контроля, есть талант-контроль, так? Yep, so there's not really a set demographics, but it's more based on talent. That's exactly right, and it changes every year. Да, и это да, талант, это важнее всего. Композиция оркестра меняется каждый год. Расскажите о тех музыкантах, которые сегодня здесь. Представьте их. Can you introduce us to these musicians who are here with us today? We will start with with the tallest or the shortest. That's как вы хотите, чтобы мы начинали с самого человека, который очень высокий, или самый младший. So we will start on this end. This is Ben. He plays trombone. Значит, мы начинаем здесь, и это наш тромбонист. Его зовут Бен. Big Ben.
Big Ben. Hi, Ben. Big Ben. Ben is from North Dakota. Он сам из штата Южный, то есть Северный Дакота. Ben is an example of one of our talented musicians. Он пример одного из наших талантливых музыкантов. This morning you've already heard him play trombone and sing. Сегодня утром он уже играет на тромбоне, и также он уже пел для нас. He's also a fantastic guitar player. И также он великолепно играет на гитаре. Yeah. Next to him is Rebecca. Рядом его это Ребекка. Ребекка grew up in the state of Georgia. Она родилась и выросла в штате Джорджия. Специально, чтобы учиться у вас. Same as me. I taught her. Я ее учил. You're reminding me of that again. Вы не понимаете меня об этом еще раз. Ребекка is a clarinet player. Ребекка, она играет на кларинете. You'll also hear her play saxophone tonight. И она тоже будет играть на саксофоне сегодня вечером до нас. Will on trumpet is from Tennessee. Will, он играет на трубе. Yeah, did you say Tennessee? Из штата Tennessee. There we go, okay. Tennessee town. Will worked in country music in Nashville, Tennessee for a number of years before coming into the Air Force. Он занимался музыкой, не только народной, но это особенная американская музыка в городе Нашвилл. Это знаменитый город, который знаменит кантри стилем. Да, кантри стиль, да. Yeah. Next to him, hidden behind the tuba. Рядом с ним, и он... Он спрятался. Спрятается за трубой. За тубой. His name is Adam, and he is from Massachusetts. Его зовут Адам, и он сам из штата Массачусетс. Hi, Adam. Adam also plays bass like your husband. Adam тоже играет на базе, как ваш муж. There Friends. We go, yeah. You've already met Linda. Linda is our vocalist from California. Вы уже познакомились с Линдой. Она наша вокалистка из штата Калифорния, солоистка. Tim is playing drums today. Tim, он играет на барабанах сегодня. Usually he plays more than one drum. И обычно он играет на больше, чем одном ударнике. But he's doing everything that he normally does on 10 instruments on one instrument today. Но сейчас он делает все, что обычно он делает на 10 барабанах на одном сегодня. Вечером мы увидим сегодня всю кухню. Yeah. We'll yeah. have his whole set mm-hmm. with him He'll tonight. Have his whole set tonight, and we will do a couple drum solos that feature him. Mm-hmm. Да, сегодня вечером на концерте у него будет все барабаны, и также есть некоторые песни, когда у него есть свое особенное время, как соло. Mm-hmm. Вчера он тоже был на батле. Was he on the battle? Was he at the battle yesterday? He was. Well? All of these people were with the Ukrainian band yesterday. Да, все эти музыканты завтра принимали участие в батле. Mm-hmm. Вы вчера познакомились с нашим знаменитым барабанщиком, юным мальчиком Даниил Варфоломеев. Did you get to know the famous young musician that plays on the drums yesterday? Как его зовут еще раз? Даниил Варфоломеев. Даниил. Does yes. that yes? He was very good. We were all very impressed. We took some pictures afterward. He's very nice. Да, мы все удивились на то, как хорошо он умеет играть. И мы сняли фотографии вместе после окончания концерта. Растут конкуренты в Украине. He's won some contest here in Ukraine. Yeah. Tim is from Florida. И Тим, он сам из штата Флорида. Ой, там тепло. It's warm there. Yes. Very warm. Очень тепло. And next to him is Alex, who grew up very cold in the state of North Dakota. И рядом с ним это наоборот, где он родился, это очень-очень холодно там. И он родился в штате... Аляска? North Dakota. Тоже он из Северная Дакота. Северная Дакота. Alex is also one of our incredibly talented musicians. И Алекс, он очень талантливый музыкант. Но у вас других нет здесь. She says, you don't have any other type. So Alex is playing guitar with us this morning. Сейчас он играет на гитаре для нас. But tonight he will play bass. Но сегодня вечером он будет играть на базе. Last night at the jam session he also played bass. Во время jam session он тоже играл на базе. И сейчас он тоже будет играть, но на гитаре. And right now he will play on the guitar. Guitar today for you. Давайте слушать. На гитаре сейчас для вас. So one of the things that I want to highlight is just the versatility that all these musicians bring to our ability to communicate. Я хочу сосредоточить внимание на то, что это благодаря именно их разнообразию это очень сильно помогает всем нам играть великолепную музыку вместе.
Ну и нам помогает то, что 25 лет Украина и Америка имеют дипломатические отношения. Это тоже важно на самом деле. Иначе вас бы здесь не было. And she says, yes, it's very important also that we have our 25 years of diplomatic relations between the two countries. Yes. Without those, we wouldn't be here together today. That's correct. And I want to give you a gift from America. And actually, when I was watching the piece, I saw that Sasha, the Ukrainian band director, I had given him the same gift. И на самом деле, когда мы видели этот сюжет, я заметил, что там было показано, когда я дал этот тот же самый подарок Саше, который дирижирует украинскую группу музыкантов. I want to give you something distinctly American. Я хочу дать вам что-то особенное американское. A gift to you for opening the hearts of the Ukrainian people to us. Это подарок благодаря тому, что вы откроете сердца украинского народа для нас. Nothing is more American than baseball. Ничего более особенного, чем американский бейсбол. But this is a special baseball. Но это уникальный бейсбол. This baseball was autographed this morning by these members. Этот бейсбол сегодня был подписан всех наших музыкантов, которые здесь сегодня с нами. As a way to say thank you for sharing the culture. И таким образом мы хотим поблагодарить вас за то, что вы помогаете нам поделиться культурой. We thank you for the partnership. Мы благодарим вас за партнерство. And the trust. И за доверие. Thank you for everything. Спасибо большое thank you за very все. Much. Это очень трогательно. It's very touching, and it's also heavy. Он тяжелый, потому что здесь части сердец и души всех ваших музыкантов, ну и, наверное, всего оркестра и всей Америки. And she says in the baseball itself is the hearts and the souls of all the members of the musicians and all the members of the American or the people of America as well. Thank you. Ну, спасибо. Тогда мы тоже не останемся в долгу и что-нибудь вам подарим, придумаем, что подарить. Мы подарим вам. Мы не скажем нашим зрителям, что мы вам подарим, мы потом покажем вам это по телевизору. А сейчас давайте послушаем музыку. There's a gift that's coming for us later, but for now, let's listen to music. Good. I don't want to spoil the surprise for their viewers. Fantastic. The next song we're going to play is a gospel song. Следующая песня, которую мы сыграем для вас, это госпольная музыка. So it starts slow in a very spiritual style. Значит, это начинается очень медленно, как в духовном стиле. And that it ends very, very fast. И в конце этой песни это будет очень-очень быстро. It's a celebration of life. Это праздник жизни. It's a famous American spiritual. Мы будем просыпаться, а потом проснемся. Yeah. Да. Yeah. This is called Just a Closer Walk with Thee. Это называется «Пусть мы идем вместе еще ближе», как перво. Thank you.
That was good. Все так, как вы рассказали. Сначала было медленно, а потом бурное развитие. Just like you said, in the beginning it was slow, and in the end it became alive. Mm-hmm. It is a celebration of life. Это торжествование жизни. Сегодня у вас тоже активная программа очень в Днепре, да? Вы сегодня пойдете в музей АТО, вы еще не были там. She said you have a very busy schedule today. You're going to a museum today that you've never been to, is that correct? We're going to two museums today. Есть у нас время сегодня, чтобы попасть в две музеи. And this is what we enjoy about wherever we travel. It's getting to learn more about the culture. Это все, чем мы наслаждаемся больше всего, когда мы путешествуем, это когда мы можем узнать о культуре. This is my third time in Ukraine. Это уже мой третий раз в Украине. I've been in Kyiv twice. Я был в Киеве два раза. And this is my first opportunity to be able to experience outside the city. Это моя первая возможность путешествовать за кордоном Киева. Yeah. The land is beautiful. Эта страна очень-очень красивая. And the people are very, very warm and gracious. И люди, они принимают нас очень щедро. We have enjoyed getting to shake people's hands and getting to know them after the concerts. Это хорошо познакомиться с людьми после окончания концертов, когда мы можем держать за руку и говорить с ним лицом к лицу. There's also a very rich, rich history and culture that I love about Kyiv. И я знаю, что есть очень интересную историю о Киеве, которую я сам люблю. I need to find about an hour that I can go back and visit Saint Sophia. Мне надо найти час, чтобы я мог посещать Софиевский собор еще раз там в Киеве. It's a very beautiful and special place. Это удивительное и очень особенное место. Ну, сейчас ощущается, что Украина в состоянии войны находится. Вы это чувствуете в городах Украины? She says right now Ukraine is in a war. Do you feel that when you're in cities? That's the question that's been asked. What we feel is trust and respect. Все, что мы чувствуем, это доверие и это доверие, когда мы в городах. Music really unites peoples together. Музыка на самом деле это соединяет людей. So the people that are with us at the concert, we can celebrate together the joy of music. Значит, люди, которые есть с нами на концерте, мы можем праздновать житью вместе. Let me tell you about one of the very special pieces that we're playing on this concert. Пожалуйста, разрешите мне говорить об одном номере, который очень особенный и который мы играем во время нашего тура. So we start our concert by playing the national anthem of Ukraine and the national anthem of the United States. Мы начинаем все наши концерты во время этого тура с номером, когда мы играем гимны Соединенных Штатов Америки и Украины. And then an American composer has written a brand new piece of music for us. И также американский композитор, он писал новую новый номер музыки для нас. It combines the themes of the Ukrainian national anthem and the American national anthem together into one unified piece of music. И темы гимнов Америки и Украины совпадаются вместе в одном номере музыки. It's symbolic of the cultural partnership, trust and respect between Ukraine and the United States. Это является символом партнерства дипломатических между Украиной и Соединенными Штатами Америки. We're also performing with Ukrainian star Yuri Menenko. Также с нами выступает украинский звезда Юрий Маненко. And he is bringing such a depth of emotional support for what we do. И у него есть очень глубокое знание и поддержка за то, чем мы занимаемся здесь, в Украине. He's able to bring that true Ukrainian passion and spirit to his music. Он может, конечно, принести очень особенную украинскую душу в музыке, которую мы исполняем вместе. It's a very special gift for us to be able to perform with him. И это для нас, мы считаем, что это дар особенный для нас, что мы можем вместе с ним выступать. And present these great concerts to the people. И поделиться этими замечательными концертами людям, с людьми. Сегодня в 7 часов в Шиннике мы это услышим тоже, да? Зрители это услышат. Today at 7 o'clock the people that are at the concert will also get to hear this. That's correct. Да, совершенно верно. Я должна сказать, что сегодня в 19 часов будет большой
концерт оркестра всего, не только этого небольшого джаз-бенда, а всего оркестра в 19 часов во Дворце культуры «Шинник». Я думаю, вас не нужно убеждать, что стоит быть на этом концерте, чтобы получить и заряд бодрости, и проникнуться духом, и понять, что же на самом деле может соединять людей во всем мире. В том числе это и музыка, и это добрые отношения, это наши улыбки, это наши глаза, это наши взгляды. Это все, чем мы можем делиться безвозмездно. И на самом деле нам же это ничего не стоит. Это очень просто улыбаться друг другу и говорить о том, что вы хорошие, что вы талантливые, правда же? Сегодня вы будете в музее АТО. Я позволю себе задать еще такой вопрос. Как по-вашему, вы все-таки военный, отчасти военный человек. Нужно ли фиксировать, сохранять факты, которые рассказывают о военных событиях, фотографии героев, какие-то экспонаты, военную технику, чтобы люди могли прийти это и увидеть? Или нужно как можно дальше от людей, от детей убрать эти экспонаты? Вот ваше мнение. Это нужно людям? Mm-hmm. So as a military person, the question she's asking is, today we're going to a war museum, and what are your thoughts on it? Do we need to keep these things? Do we need to keep the memories? Do we need to keep the equipment that we have from previous wars and showcase that to the people? Or should we do the opposite and should we start to remove those things so we don't think about the past and think about some of the atrocities that have occurred? For me, I can only speak for me when I'm visiting today. Я могу только говорить о себе. And my thoughts will be with the people that sacrificed. И мои мысли, они будут сосредоточиваться на тех людях, которые пожертвовали во время конфликтов. So for me, it will be an opportunity for me to pay my regards and thanks for what they have sacrificed. Значит, лично для меня, когда я посещаю эти музеи сегодня, я буду поблагодарить тех, которые служили в этих горячих точках. Спасибо за ваше отношение. То есть это, ну, вы считаете, что нужно это сохранять и показывать людям, да? So не нужно это прятать от людей. To keep these remembrances and to be able to pay our respects to people this way through museums and things like that. I think history is very important. Я думаю, что история играет очень важную роль в нашей жизни. We're all students of history. Мы все студенты истории. So as I go through and learn about the culture and the history today, it's something that I will take back with me. И сегодня, когда я узнаю и изучаю больше об истории, я буду брать все эти уроки со мной, когда я вернусь домой. It'll make me a stronger and richer person today after the visit. И это посещение музея сегодня, я думаю, что это помогает мне стать лучшим человеком. Дякую вам дуже. История и музыка. Об истории мы поговорили. Давайте музыку. About history we've already talked. Let's talk now about music. Okay. Okay. Do you want to hear more music? Yes. What do you want to do, Ben? Do Bourbon Street. Let's do Bourbon Street Parade. This is based on a very famous street in New Orleans. Эта песня, это сосредоточена на очень известной улице в городе Новый Орлеанс. И улица называется Bourbon Street. When bands will march down this street, they'll play this song. И когда банды ходят в марше через эту улицу, они чаще всего играют эту песню. So sit back and imagine that you're in New Orleans. Значит, садитесь и представьте себе, что вы сейчас находитесь в городе Новый Орлеан. This is Bourbon Street Parade. Это Bourbon Street Parade. Thank you.
It sure is pretty with historic scenes. And I'll take you, or maybe I'll bring you down Bourbon Street. Oh, we'll see all the hot spots. We'll meet all those big shots down on Bourbon Street. Нашим глядачам ефірним ми з вами прощаємося, а онлайн глядачам пощастило трохи більше, тому що ми ще продовжимо десь 5 хвилин своє спілкування. Дякую, що були з 9 каналом. Поки що до побачення і чекаємо вас сьогодні о 19 на концерті. Вивалились? Так, онлайн продовжаємо. Маємо сили на одну композицію. Маємо сили на одну композицію. Do one more song, a sure. last song for us? I think us? So. Ben, do you want to do one more? Yeah, Super Cow, sure. Маємо сили. На одну композицію. Маємо сили, так. Sure, sure, sure. Да, для, на фінальну. Yes, правда. Сейчас нас смотрят онлайн, в інтернеті продовжається right. наша трансляція. Yeah, okay. Нас всі видят, всі слышат. Great. Поэтому у вас є возможность пригласить сейчас людей, жителей Дніпра і, може бути, близлежащих городов на свої концерти. Чим ви їх мотивуєте? Чому вони повинні не пропустити ваш концерт? So she's saying right now you have an opportunity, you can invite people here in Dnipro and in the cities that are surrounding us, you can invite them, try to get them and entice them to come out to our show tonight. What can they come and see and what should they expect if they come on out? All right, so what our show will be tonight. You guys wanna sit down for a second, I guess.
So we have a show of American music. Значить, сьогодні вечором це буде концерт американської музики. We'll do some classical music. Буде класична музика. We'll do some rock and roll. І тоже буде у нас rock and roll. We'll also do some American swing jazz by Glenn Miller. І також ми сповняємо swing музики, сповнена Гленом Миллером. We'll get to perform tonight with Yuri Menenko. Сьогодні також ми виступаємо вместе з Юрієм Менєнко. So Yuri is a classically trained singer. Yuri, он получил классическое образование как певец. But Yuri is also going to sing some jazz with us tonight. А також он будет петь с нами в стиле джаза. You'll also get to hear this group here, part of the Air Force Band, perform. І ви також можете слухати цю групу, яка грає вместе з всім оркестром сьогодні. So it is our gift to the people of Ukraine. Значить, ми вважаємо, ми хочемо, щоб це був подарунком для українського народу. And our way to say thank you for the continued partnership and respect. І таким образом ми можемо поблагодарити вас за партнерство і за довіру, яка є між нами. We look forward to seeing you all out tonight at the concert. І ми хочемо, щоб ви всі прийшли сьогодні на концерт. Come say hello. І передайте і скажіть нам привіт. Привіт. Большой привет. Мы уже здесь, оставайтесь тут, не уходите. She said, you can stay here, you don't need to leave. I love it here. Я люблю это здесь. Окей, что вы сыграете нам на финал? What are you going to play for us for a finale? So we're going to play a tune by Walt Disney. Мы сыграем песню, написанную Уолтом Дисней. It is from the movie Mary Poppins. Это из мультфильма Mary Poppins. And this is what I will enjoy, is him translating this next part. И для меня это будет интересно видеть, как этот человек здесь переводит это следующее. This is our version of supercalifragilisticexpialidocious. Это наша вариация supercalifragilisticexpialidocious. Very good. Переводится, я думаю. Yeah. Вы не устали? Да. When I was just a lad, my father gave my nose a tweak and told me I was bad. Then one day I learned a word that saved my aching nose. The biggest word you've ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Traveled all around the world, everywhere I went, I'd use my word and all would say, there goes a clever gent. When Duke's in my horizon, just past top day with me, I'd say my special word and then they'd ask me out for tea. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Hum diddle 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 hum diddle I, hum diddle 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 hum diddle I. We'll be right back.
time store and the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just sum it up this word and then you've got a lot to say. You better use it carefully or it could change your life. One night I said it to my girl and now that girl's my wife. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. A supercalifragilisticexpialidocious. Бен, у вас главный в этой группе, да? Is this the main group of your band? It is not. So the Air Force Band has 47 members in it. В нашем оркестре есть членов 47 всего. We have 7 different performing groups in that band. И также из этого оркестра есть 7 групп, которые занимаются этими выступлениями сегодня, на таки сегодня. And this is an example of the versatility of the musicians. Я думаю, что это пример разнообразия наших музыкантов. Но здесь руководителя нет внутреннего. Есть кто-то старший? Do they have someone here who leads the band? Do they have someone who's in charge? Кроме вас, конечно. Not including you, of course. Yes. So Tim on drums from Florida is the leader of the band. Да, Тим, который играет на барабанах, сейчас он ведущий этой группы. And the musical leader is Ben. И музыкальный руководитель это Ben. So Ben decides what they play. Значит, Ben, он сам решает все, что они будут играть. And Tim decides everything else. И Тим решает все остальное. Ритм и так Но далее. Но у Бена часто занят рот, поэтому он не может командовать, зато у Тима есть палки, и он может подгонять. She's saying that Ben, his mouth is being used so much that he can't really lead, so you have to have the one with the sticks do the leading. Это очень хорошая пара руководителей. It's a very good pair of leaders, she says. Very Когда good. Занят Бен, может работать When Ben is busy, that means Tim can take charge. That's right. That's Совершенно верно. Спасибо вам большое, спасибо, что вы сегодня с нами, что вы сделали наше утро, вы нас разбудили джазом, у нас такого не было никогда, и я впервые жалею, что я здесь, а не там. Thank you so much. This is the first time we've ever been woken up with the jazz music, and this is the first time that I've actually been behind the table instead of out front. So. Fantastic. Thank you for the opportunity. Спасибо вам огромное тоже. Спасибо вам. Приезжайте еще, потому что будет 26 лет сотрудничества, 27. Надо все отмечать. Come back. She says there'll be a 26th year of celebrations, a 27th year of celebrations. We cannot wait to come back and visit Dnipro. Мы дождемся с нетерпением, чтобы мы могли вернуться в Днепр. Вы еще не уехали? You haven't left yet. That's right. We have got a good concert tonight. Совершенно верно. Наш концерт сегодня будет великолепным. Дякую вам дуже. Дякую вам всім. Щиро. I love you. Thank you so much. Я дякую нашим глядачам. Дякую, що ви все це терпіли. Оцей трошки безлад, трошки хаос. Може, не все у нас технічно виходило. Але щиро скажу, що ми дуже старалися. Нам допомагала кава від White Coffee Bar. І нам допомагав джаз. From America, from Air Force of America, yes. Це був джаз-бенд, невеличка частина великого оркестру великої країни Америки. Цей оркестр базується в Європі, але він допомагає єднати весь світ. І сьогодні о 19:00 ви можете в цьому переконатися. Неодмінно приходьте на концерт. До побачення. Бай! Супер!